Ответы на заданные вопросы по водородной воде. По какой причине через сутки магниевый стержень приобретает серенький, становится? Отвечаю. Через сутки у вас образуется оксидный слой. Оксидный слой, он металлического цвета никогда не бывает. Он становится серого цвета. То есть это не является о том, что магний нечистый. Перед отправкой я всегда все магниевые стержни проверяю на чистоту. Обратите внимание, сейчас уксусом я почистил магниевый стержень. Он блестит как серебро, и от него поднимаются пузырьки водорода. Высокая степень насыщения водорода будет в течение суток. Потом она начинает падать, и к третьим суткам вот эти пузырьки перестают выделяться. Вода приобретает redox потенциала минус 255, минус 265. Вот где-то в этом. Также вопрос был связан с тем, что сколько держать магний в воде. Значит, если у вас примерно, ну, от литра до двух графин с водой, то вы можете оставлять его в воде на 2-3 часа. Стержень можете вынимать из банки, чтобы сохранять его массу магниевого металла. Магний используется в медицине очень давно, поэтому таблетки с магнием продаются в аптеке. Ну и цены на них там соответствующие. Также у меня есть вот еще такая вот банка. Китайская или японская, неважно. Тут есть пульт управления. Нажимаем на него, и выделяется водород. Такая водородная вода тоже присутствует. Но здесь первая эта банка стоит приличных денег. Реально приличных. И тоже навыдораживает воду. Но есть одна фишка, я уже о ней рассказывал, что производитель, он вместо платиновых электродов устанавливает титановые пластины, либо из нержавеющей стали. И эту воду пить нельзя, потому что ионы титана попадают в воду. Когда воду пьешь из этой банки, чувствуется металлический вкус. Поэтому самый простой способ — это использовать вот этот магниевый стержень, который банально навыдораживает воду. А также был вопрос, связанный с тем, сколько такая вода хранится. Она вообще не хранится, я вам могу сказать. Это по приборам я смотрел. Значит, если магний вынуть и закрыть крышкой, способность примерно водородной воды сохраняется на сутки. Это если ее не трясти, и вот она в спокойном состоянии стоит. И вот где-то через сутки она переходит в состояние нуля. Если, допустим, крышку открыть, то 2-3 часа, и без этого магниевого стержня здесь уже никакого редокс потенциала минусового уже не будет. Без этого магниевого стержня. А тоже был вопрос, значит, насколько этого магниевого стержня хватит. Значит, я уже таким стержнем дома пользуюсь 1,5 года. Магний уменьшился, ну, примерно процентов на 25-30, не больше. То есть, по моему мнению, его будет хватать, ну, на 2-3 года. Все зависит от того, насколько интенсивно вы им будете пользоваться. Если еще какие-то вопросы остались, то пишите мне на WhatsApp. Я внизу под видео оставлю телефон.